буквально 2 часа в городе, так что пока не почувствовал. Но вообще по сравнению с севером здесь очень жестко. Я вот работаю на севере, там намного лучше. Тут раньше я был, ну, где-то полгода назад. Мне кажется, то ли лето было, свежее воздух был. Ну, бывают перепады, допустим, давление или еще что-то чувствуется, да. То чувствительно человека, но очень даже головные боли бывают. Особенно утром задыхаешься. Невозможно идти. Я вот сегодня вышла утром, особенно вот в этой части. Невозможно ходить. А что у нас? Режим черного неба? Да, до 26-го продленный несколько раз. Прекрасное голубое небо. Не, ну слышала по интернету, я вот в интернете слышала, а так не замечала. Вот 5 полос вчера утром было. И они обширные такие, да, головокружение. Голова кружилась, самочувствие вообще какое-то, ну, неадекватное такое было, да. Кашля не было никакого? Кашель, да, кашель был. Ну, бури когда были, там аж пятерочка была, ну, чувствовалось. А так нет. Ну, иногда вижу, что загазованность хорошая, а мы здесь внизу, конечно, она будет. Нет, не замечала. Живу в микрорайоне, а там много деревьев. Все там хорошо дышится.